Всем привет! Продолжаем бродить по Питеру, по Санкт-Петербургу, по моему городу. Вот я гулял, забрел на канал Грибоедова. Дом 174 по адресу канал Грибоедова. Конец 18-го, начало 19 века. Жилой дом с флигелем. В 2003 году появилось сообщение о сенсации в Пушкиноведении. Найден новый адрес поэта в Петербурге, где он жил с родителями. Набережная канала Грибоеда, дом номер 174. Публике сообщалось, что в 1817 году после окончания лицея Пушкин, служивший в коллегии иностранных дел, собственноручно написал книги адресов чиновников. Александр Пушкин живет у Калинкина моста в доме графа Апраксина. И что сей исторический дом, принадлежавший тогда графу Ивану Александровичу Апраксину, наконец-то после напряженных изысканий найден. В настоящее время здесь открыта мемориальная доска с текстом. В этом доме жил Александр Сергеевич Пушкин с 1816 по 1818 год. Сам этот двухэтажный с мезонином домик в Коломне представляет архитектурный интерес в качестве примера рядовой застройки периода классицизма. Однако в 1817 году этот дом на канале принадлежал вообще не Апраксину, и, следовательно, Пушкин в нем никогда не жил. Документы доказывают, сенсация 2003 года не имела под собой никаких оснований, а мемориальную доску с дома на канале Грибоедова 174 следует удалить. Вот такая информация по дому набережный канал Грибоедова 174. Просто посмотрим на этот дом, образец рядовой застройки периода классицизма. Все, всем пока, всем привет, до свидания.